Пресечение каналов поставки наркотических веществ – один из важных аспектов борьбы с наркобизнесом. О совместной операции североказахстанских и столичных полицейских вы узнаете из материала, подготовленного пресс-службой областного департамента полиции. Североказахстанские полицейские провели операцию по пересечению очередного канала. На этот раз в поле зрения оперативников управления по противодействию наркопреступности оказался 40-летний житель Петропавловска. Он задержан совместно с сотрудниками полиции города Астаны при координации прокурора Североказахстанской области. В барсетке у мужчины обнаружены два пакета с кристаллеобразным веществом. В полимерном пакете Зиплок имеется комкообразное вещество розоватого цвета. Видим, да? Что за вещество? Не разбираюсь. Не разбираетесь, да? Разобралась экспертиза. Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком альфа-ПВП, также известно как соль. Вес изъятого свыше 199 граммов, что относится к особому крупному размеру. Задержанный подозревается в доставке партии наркотиков из Астаны. Параллельно операцию провели и столичные полицейские. Также в ходе проведения совместной спецоперации столичные полицейские в городе Астана изъяли свыше 800 грамм аналогичного вещества. В этот же день данный факт был внесен в единый реестр досудебного расследования и квалифицирован по статье 297, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере. Таким образом, всего в ходе совместной операции изъято свыше килограмма соли. Подозреваемый содержится под арестом. Олег Осинов при содействии департамента полиции.